Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня играю соло против сквадов в режиме сила ритмов. Кстати, играю с новой обилкой, с мохнаткой. Сейчас расскажу про эту обилку, как она работает. Обилка классная. Она показывает, где находится челы на миникарте. Вы меня запалили. Патроны... Почему из КС-ка вначале? Вот не знаю, сколько там типов. Я, пожалуй, обойду их. Блин, ну щелый калаш. У меня СКС-ка. Кайф. А, все, минус все. Он не стал своего поднимать, кстати. Классная билка в том плане, что она показывает, где находится щелы. Показывает именно на миникарте. Своеобразным сигналом. Говорит. Есть рядом щелы, будь осторожен. Вот, также дает тебе хп, восстанавливает хп, когда файта нет. И масхалат. Это у нее как бы это... Не пассивная функция. Блин, сейчас бы 8x найти. Поиграем с берилом. Нужен коллиматор. Коллиматора нет. К сожалению. На миникарте, значит, показан радиус. Вот, и если в этом радиусе встречаются люди... то она сигнализирует о том, что где-то рядом челики. Примерно так работает эта штука. Как-то все печально по луту в этот раз. Очень печально. Так, подожди, это голограф нам лежит? Да, вроде голограф. Отлично, хотя бы голограф. Поставить на берил. Ладно, полетели в починки. Но починки наверняка должно быть чело. Да, два типа стоят просто возле клоуна. Вижу их. Надо на домик приземлиться. Блин, парашют раскройся. Так, два нука есть. Так, а где их тиммейты? Сзади стрельба. Сзади это боты, по-моему. Все, отлично, есть ног. А, слышу, сверху. И на контакт флайерку запустили. Не знаю, мохнатка дает какой-нибудь эффект? Что-то не посчитал эти. Может быть, и дает какой-то эффект. Это ботинок 100%. Никто к нему не бежит, к этому челу. Ну, давайте залутаемся, посмотрим. Что есть? Как я не попал? Ты... Вырубил? Ну, как видите, вот дает отхил она, обилка. То есть немножечко, но отхиливает. Совсем немножечко. Сейчас фулбус сделаем. Что-то я не понял, это все или не все? Блин, красная зона еще. Не пострел, сразу ли он умер? Вот этого я не понял, а сразу убил или он нокнулся? По-моему, нокнулся. Он как-то быстро дотек. О, дропчик падает рядышком, отлично. Так, тачка в гараже есть? Да, есть, и тачка в гараже есть. Замечательно, просто топчик. Поехали на дроп, хочу АВМ. Очень сильно. Кстати, надо было на клоуна заехать. Купить арморы, каску. Что-то я не подумал. Так, ну дроп где-то рядышком, по-моему, упал. А, вот, вижу его. Как раз на контактном вызывали флайерку. Возможно, щелы с контов пойдут на флайерку. Оглушак СВ, покупаем. Тоже все беру. Все надо, все нужно.
Поехали. А, тут УАЗик стоит. Да, тут УАЗик. Начало вроде не показывает. И труп валяется здесь. А, подожди. Господи, это... Я думал, чел лежит. Так, дроп залутан получается, да? Да, дроп залутали. А где чело тогда? Что-то я не понимаю. Дроп залутан. А, вижу. Дал ему хэд. Газуй! Так, у меня сверху чел еще есть. А, вот флэргановский чел. Не знаю, может быть, маскалат тоже что-то дает. Блин. Фигово зажал по нему. Там еще наверху щел есть. Так, раз заберу. Надо как-то крутануть его. Щела сверху. Может быть, он вниз спустился? Через низ как-то обходит, но я его вообще не знаю, где он. Давай через верх объеду. Так, тут мотик валяется. Не, мотик не буду брать. Мотик вообще не надежный транспорт. Сколько раз меня с него высаживали, это просто жесть. Короче, не знаю, где чел. Но я точно видел там типа прям 100%. Кстати, вот... О! Так. Хотел сказать, кстати, удобно возле кемпов приезжать. Что показывает, что рядом чел есть. Минус. О, третья каска. Ой, 6х есть, отлично. Как раз на снайпу. И коллиматор есть. Отлично. 6х, 24 гроза. Ну, нормально. Поехали. Не знаю даже, куда ехать. В сторону рожка, наверное, съездим. Посмотрим рожок. О, баги стоит. Баги заберу сейчас. Или на дроп новый скататься. Дроп падает. Потому что я бы от АВМ не отказался, конечно. АВМ хочу. А еще больше я хочу 8х. И глушак КВ на грозу поставить. Вообще, по-моему, глушак КВ продается у клоуна. Надо заехать на клоуна, как раз таки здесь по пути есть. И прикупить глушак КВ. Короче, обилка пока что мне нравится, потому что она, скажем так, не показывает, где челы конкретно находятся, но она показывает, что есть где-то рядом типы. И удобно проезжать мимо кемпов, мимо каких-то зданий. Сразу информирую тебя о том, что где-то рядом челы. О, чел бежит, вижу. Все, отлично. Это он с дропа 100%. Дроп залутал. О, глушак КВ, отлично. А, подожди, у него маскалата нет, да? Просто он обилку такую же использует, как я. Значит, по идее, на дроп еще кто-то может приехать. Дроп в таком месте находится. Благоприятном. Давайте на дроп скатаемся, посмотрим дроп. А, дроп залутан. Глушак СВ здесь. Дроп залутали. Значит, он и залутал этот дроп. Я так думаю. О, кстати, тачка стоит на рожке. Тачка стоит на рожке, а там кто-нибудь есть? А, вижу. Убил. Прилег, лежит, загорает, ему хорошо. Так, давайте общаги посмотрим, общаги проедем.
Трупов тут много валяется. Чего? Ты издеваешься, чел? Он мне савика попал на ходу просто с тачки. Ё-моё. Нет, с такими ребятами шутки плохи. Я отъеду, отхилюсь. Броню заберу новую. Еще и попадает в ответ. Нифига себе. Сказал я себе. Интересно, они поедут пушить? Савика мне дал. Блин, но у него авик, это опасно. Мне с ним пикаться вообще не варик. На снайпах. Нет, тачка у них стоит, они никуда не едут. И колеса я пробить не смогу, к сожалению. Короче, поедем, залутаем дроп. А потом с ребятами этими разберемся. А, ну еще этого типа залутаю. Может быть, у него 8x есть? Блин, а прикиньте, он мне в голову попал бы, ё-моё. Вообще опасно с такими ребятами. О, третий броник целый. И 8x есть, отлично. Я думаю, эти челы с общак уже никуда не денутся, они будут там и сидеть, потому что зона есть у них. Ну а дроп залутать как бы всегда есть смысл. Тем более там тачка стоит. На дропе, значит, что-то есть. Так. Так, а где чел? Он дроп лутает до сих пор. Может быть, выше поднялся. Давайте подъедем, посмотрим. Ух, ё-моё, мне залагало просто жесть. Значит, где-то рядом люди есть, 100%. Чел вроде не видно. Кстати, а у меня зона. Челом с общак нужно в мою сторону бежать. Ну, дроп залутан, да. Дроп залутали. Короче, ничего не понимаю. Просто вообще ничего не понимаю. Ну, обычно как бы дроп лутает, потом на тачку садятся и уезжает. А тут просто тачка стоит и все, и как бы никого нет. Ни трупов, никого абсолютно. ХЗ, где искать челов, если честно. А, показываешь, что рядом челы. А, в этом доме стоит. С юмпиком. Ну, если с юмпиком, то не страшно. Так, нок есть. Он нокнулся. А, еще есть. Офиг... А как я выжил? Он мне просто всю голову разбил. Офигеть. Я просто везунчик какой-то. Он мне просто всю голову разбил. Еще, кстати, проблема этой обилки в том, что она... показывает и батится на нокнутых. Вообще просто показала бы, сколько челов, и все. Вот циферка там 2, 3, 1, и все. УАЗик едет. А, они на дроп едут. Сколько там челов, непонятно. А, вроде как на крыше стоит. Да, вижу. Ну, давай еще раз так же выгляни. Ты дам хэд, ты вроде во второй каске. Я тебя подпушу аккуратненько. Блин, и справа могут быть щелы. Обилку прокинули. Так, ну я вроде в радиус обилки не попадаю, да. Все нормально. То есть по мне инфы как бы нет. Еще дача едет. Блин. Еще обилка. Блин, еще так много обилок, я в каком-то бутере. А, вижу щелов. Дал ему в тело. Блин, или это чел с авиком, непонятно. Короче, надо закрыть этого типа для начала. Или типов, я не знаю, сколько их там. Это тот тип с авиком. Я вас понял. Ух, повезло, повезло. Это тот тип с авиком, и двойка, получается, на той стороне осталась. Так, авик я у тебя заберу. Я еще по привычке начинаю этот, обилку использовать. Ну, чтобы прокинуть ВХ-шку. Но те челы, я думаю, на той стороне будут сидеть, даже двигаться не будут. Хотя у них зоны нет. Они могли перебежать уже давно в зону. Да, они это и сделали уже.
Дал хит. Найс. Есть. Ну, как бы двадцаточка есть, но, блин, что-то какие-то потные ребята попались. И по результатам 20 киллов и 800 дамаги. И с авиком пострелял, и с М24 пострелял, и там, и то, и сё, и 5-10. И с новой обилкой, кстати, поиграл, посмотрел, как она работает. В принципе, интересная вещь, но пока немножечко непонятно, какой радиус там, да, обнаружение врагов. Поэтому такой мини-обзор мохнатки, скажем так. Тебя, как всегда, лайкос, обязательно прожимай лайкос, подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Вступай в Discord, группу ВК, ссылочки в описании. В Дискорде ты найдешь все мои актуальные настройки по PUBG Mobile, коды чувствительности, коды управления, настройки подбора и куча других настроек. Надеюсь, тебе это видео понравилось. Спасибо тебе еще раз за просмотр, за твой лайк, за твою подписку, за комментарий. Самое главное, удачи тебе, хорошего настроения и пока-пока.